вот мы уже в Санкт-Петербурге. Едем по их окружной дороге Санкт-Петербургской на север города, чтобы попасть в поселок Репино. На Финский залив. Города все строятся и строятся, все больше и больше становятся. А в деревнях жить некому, да, Вов? Мне есть где жить. Да. За деревней будущее, мое мнение. Ну, говорят, все циклично. Люди будут возвращаться потом, да. Едем внутри кашалота. Внимание! Если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Мы внутри кашалота. Внимание! Мы внутри кашалота. Да, так интересно сделано. Такие фонари интересные, да, в Санкт-Петербурге. Первый раз мы увидели пару лет назад, по-моему, да? Да, когда здесь ехали в Выборг. Так, опа-на, ничего себе. Помните кашалот, Териберки? Вот мы сейчас внутри него едем. Ребрышки такие. Мы приехали в Пинаты, усадьба, музей Ильи Репина. В прошлый раз приезжали, не смогли попасть, но вот, наконец, все сложилось. Однако ехать в Россию он уже не решился. «Здесь мой дом, моя мастерская», — писал он вначале, — «решиться на перемену образа жизни». Он остался в Пинатах, но до конца дней он считал себя гражданином в свое время. Музей Пинаты является филиалом научно-исследовательского. Вы можете начать их осмотр, пройдя в дверь слева. Читали что-нибудь вслух. Перечитывали Сергея Онегина, Пушкина, Илиада Гомера, Дон Кихот Сервантеса. Во время Владимира Васильевича Стасова. Он одним из первых в России заметил необыкновенный талант Репина, когда тот еще был учеником Академии художеств, личностью которого Репин восхищался. Он часто бывал в Ясной Поляне, много рисовал и писал Толстого. Сказал, что Репин был дружен со многими учеными своего времени и написал портреты Менделеева, Павлова, Бехтерева, Тарханова, Сеченова, Кореева. В свою очередь ученые дарили ему свои труды. Самой старости. Так еще в 72 года он брал уроки французского языка Репина. Слева его портфель с монограммой «Под стекло». Тут же на столе фотографии близких Репина, Ивановны, а справа фотография отца Ефима Васильевича Репина. А теперь мы просим вас пройти в гостиную. Актеры, музыканты, художники и писатели Короленко, Куприн, Алексей Максимович Горький. С ним Репин познакомился
еще года, в гости в сенатах, впервые прочитал свою песенку. И она часто звучала в сенатах. Друзья Репина, композитор Лядов, Глядина. Композитора Репина, Модеста Петровича Мусоргского. Здесь близкие и дорогие. Так справа от входа на зимнюю веранду. На портретах изображены жители Чугуева, которых знал и Репин. В 2016 году молодым живописцем Василием Сваровым. Но в любой день. Впоследствии Чайковский написал о Репине очень... В этой комнате получила свое дальнейшее развитие идея самых сильных. За гостями, приглашенными по самому Репина, до начала обеда составляли все кушанье, и каждый из гостей любое блюдо мог пододвинуть к себе. Поварёнку стола целых столах имелись где-то выдвижные ящики, в которые гости складывали уже использованную посуду. Было нарушать. За порядком следил председатель, которого сами гости избирали тайным голосованием, чтобы никто из гостей не помогал другому. За это довольно суровый наказ. Виновные считались добродетелью, и гости друг друга подводили, а сам Репин бывал при буре достаточно часто. Писательница Наталья Борисовна Нормана. Справа висел портрет актера Александринского театра Григория Григорьевича Гетта, «Темперамент». А слева появился портрет двух маленьких девочек. Это старшие дочери Репина, Вера и Надя. Самая старшая дочь Репина, Вера Ильинична, она в черном платье, была очень похожа на отбивку и не приспособлена к жизни. Она сыграла довольно печальную роль в судьбе произведений Репина, писанных произведений. Слева была большой мастером психологического портрета. Несмотря на любовь к Вере Ильиничне, Репин, как художник-реалист, показал непривлекательный характер своей дочери. Вы поднялись в мастерскую. Мы будем любимчиками. Похож мы на крестьянскую руку. Мастерская художника. Здесь, по собственному признанию художника, он проводил лучшие часы своей жизни. Репин заботился о молодых талантливых художниках, и некоторые из них подолгу жили в Репинском доме. Эскиз картины Репина «Торжественное заседание государства». Как написать ее, Репин долго искал композицию вещей. Это подлинные вещи конца XVIII века, которые Репин использовал, когда писал известную картину «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану Черного моря». Справа над запорожскими вещами небольшой эскиз картины на против Петра I. Это была одна из слабостей Юрия Ильича. Он считал себя похожим на Петра. И вот как Репин работает над портретом Федора Ивановича Шаляпина. Останавливаясь в доме Репина в 1920 году, когда художнику было уже 76 лет. Вот такой, уже очень старый человек, оказался вдруг отрезанным от своей родины, от друзей, и был очень одинок в этом своем доме, портрет. И в материальном отношении не все было благополучно. Так, например, зимой Репин был вынужден работать в холодной мастерской, так как не хватало средств отопить весь большой дом. Последний автопортрет художника. Репина, Фината. Вы можете ознакомиться с ее материалами. А также я предлагаю вашему вниманию посмотреть документальный фильм о жизни Репина. Ключ была установлена, и он был арфа. В этом году один из учеников Репина, художник Илья Гринов, организовал съемки. Была приглашена студия Ханжонкова. Фината приехали художники. И сейчас они перед камерой сильно изображают апофеоз Репин год. Накануне в 2014 году, когда должны были праздновать его юбилей, Россия вступила в Первую мировую войну. Видимо, с этим фактом и связаны эти съемки. Рядом с Репиным вы видите его старшую дочь, Веру Ильиничну. Она была не замужем. И после смерти Натальи Борисовны Мурман в 1914 году помогала Репину вести дом. Сейчас все подошли к артезианскому колодцу. А скважина воду этого колодца целебной. Это была мощная струя, она давала 400 ведер в час. И Репин по своей системе пил утром и вечером по 8 глотков и считал, что
Это спасает его от многих болезней. Поэтому он предлагал своим гостям испробовать силу воды. По средам у нее был, как говорят, красивый голос, низкая меццо-сопрано. И она оставалась его любимицей, несмотря ни на что. Словакия. Там эти кадры были показаны в 22-м году. Василий Филиппович Леви очень много помогал Репину устраивать выставки в 20-е годы в разных городах Европы, благодаря чему материальное благосостояние Репина было поправлено, ведь все его деньги пропали в русском банке во время революции. Репин в кабинете. Рядом вы видите портрет его матери, который был написан в юности, которым он очень дорожил. Репин в мастерской пишет картину «Финские знаменитости». Здесь изображены финские художники, писатели и музыканты. Хорошо жили художники, Ал. Как не побываем в усадьбе, да? Так красота нереальная. Так же было в Беларуси, помнишь? У него такой дом красивый там. Там так тоже здорово. Кстати, ты еще... Абрамцева. Да. Ну. Абрамцева, а у Поленова. Поленова, да. Везде красиво. Очень красиво. Везде. У художника есть вкус. А плес? Забыл? Да, плес. У художника есть вкус. Да, где располагается. Вот у тебя муж дачи. Художник. Да. Все говорят, наш дом, это круто. Да, да. Вот это ха-ха, это... Речки нету. Ха-ха, это что? Речки нет. Выкопаем. Репин, колодец выкопал? Выкопал. И у нас, кстати, скважина есть. Вот да. Так. Огромная территория парка. Очень красиво. Тихо и красиво. Беседка, храм Озириса и Изиды. Башенка Шахерезады. Беседка была восстановлена в 1961 году. И последняя реставрация была вот буквально год. Какая красота-то. Жалко, нельзя туда. Алла нашла своего друга, дятла. Смотри, да, вижу, вижу, да? Стучит, стучит, ага. Могила Ильи Репина практически такая же простая, как у Льва Толстого. Ну, у Льва Толстого еще нет креста. Начался дождик. Мы прибыли в гостиницу Репинская. Наверное, одна из самых старых и недорогих, бюджетных гостиниц в этом районе Санкт-Петербурга. В отеле мы взяли самый стандартный номер с завтраком. Стоимость 4500. Без завтрака, по-моему, около 3 что-то. Алла увидела кровать, как закричит: «Ура, ура, наконец на кровати! Устала спать на камнях!» А мне на камнях что нравится. Что в номере? А мне нравится. Ой. Что там на балконе? Ну, море? Нет, опять про море? Море в ту сторону, у нас, к сожалению, не попросим море. Попросим перекопать. Ну, что там? Ну, зато могу смотреть на свою машинку и на лес.
Смотри. На лес тоже хорошо. Да, дачи, дачи. Ой, тут такие крутые дачи. Я рада. А вот и мы. Первый раз в зеркале появилась Алла. А то некоторые подумают, что я тут один путешествую или с кем-то другим. Нет, вот с ней. С ней, да, вот с мелочь. В фильмах я. Да, с мелкой моей. Главный, старший, гупер, супер оператор в движении на машине. Все она. И штурмила. И штурман. Я говорю про оператора. Красивые, молодые, энергичные пенсионеры отправляются на прогулку. И как вы думаете, куда? Нет, это секрет. Это секрет. Смотри, смотри, улыбайся. На дачу. По приезду в Санкт-Петербург Алла сказала: хочу провести наш вечер, наш маленький семейный праздник на нашей даче. Я, конечно, нажал педаль газа, говорю: быстрей, поехали домой, к Мусе. Она говорит: мы успеем, давай-ка сначала на нашу дачу. Я говорю: Алла, ты о чем? Она скривила свои губки и сказала: Вовчик, хочу на дачу. Что желает женщина, того желает Бог. Итак, дамы и господа, наша дача. Алла довольна, а если Алла довольна, я 5 раз доволен.
Доброе утро, друзья! Наш отель Репинский в Репино, Санкт-Петербург, где мы решили остановиться на 2 дня, отдохнуть после большого, утомительного, но очень приятного и очень интересного путешествия на русский север. Желаем всем вам хорошего дня, хорошего настроения. Улыбайтесь, любите друг друга, уважайте друг друга. И не уходите далеко. Фильмы, которые вы ждете, о Мурманске, о дороге обратной, все будет, все идет в монтаже. Ну, не успеваю, потому что мы все время в движении. А монтировать я могу только ночью. Спортсменочка моя, комсомолочка.